И, Елена, я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенной на Земле. Фотографию ты видела? 1, 2, 3. Она открывает биополе, дает согласие. Хорошо, Лена, считай, пожалуйста, физические параметры. Сейчас 120 энергии. И вот 16-17 вибраций показывает. Да, хорошо, переходим к более глубокому анализу, к более глубокой диагностике. Выяснение причин затруднения энергии, движения ее по фантому чакральной системы. Ты видишь всю полностью чужую энергию на ее энергетическом поле. Сущность. Есть, есть. Угу. Так. Да, начнем. Сущность демоническая. Да. Как себя чувствуешь? Требуется энергии и вибрации подкачать. Ну, сразу же понимаешь, вот как Завца зашла на его чистоту. Вот. Он подбросил в огонь, непонятно, как будто бы порошок какой-то. А он сидит вообще возле костра, как костер у нее в ногах. И вот он создает ту воронку, про которую я говорила в самом начале. То есть, да, по ногам вот эта вот воронка. Она отрицательная, теперь я это вижу точно. Вот, и он что-то подбросил, и пошла, не знаю, непонятно, вот эта энергия разряженная, как пыль, она меняет это все вот энергетически, да. Так, ну, поэтому просила защиты, то есть она броняется. Сразу открывается программа, что он был человеком не так давно. Он в этом мире, да, облуждающим его увели. Это я да и говорю, то, что мне вот он открывает. А его увели, и он находится под воздействием сам, воздействием более низковибрационных структур по отношению к нему. То есть он направлен на работу, конкретную работу сейчас по добыванию энергии. Вот, и то, что он нажил по герцовке в 7 герц, это, в общем-то, его заслуга в этом биополе. Он в гораздо меньшей герцовке сюда заходил. Вижу, что заход был произвольный, но были обстоятельства. Эти обстоятельства были такого бытового характера. Ну, то есть я имею в виду, что матрица Земли. Это была связь... ну, как бы с мужчиной, да, он входил сначала в мужчину, от которого потом перешел сюда. Как он сам говорит, его самого вели, то есть у него была инструкция по тому, как набирать правильно энергию, осуществлять захват, вот, и после того, как он уже перешел от мужчины к ней, изначально, но он не инкуб, по сути, понимаешь, не могу я сказать, что он инкуб, нет. Он держит ее жестко за нижнюю чакру, за ноги, но сюда же уходит сексуальная энергия, как энергия творения. Вот, но не более того, то есть не инкуб. Пропустила она сама его, но здесь был взлом биополя, опять же, через мужчину-провокатора, который был в физическом облике, образе, да, это не случайность. Это намеренная провокация. Был эмоциональный очень сильный сбой. Пробой через мужчину, это как бы как энергетический удар, очень мощный. Но этот удар повлек некий эмоционально глубокий всплеск. И дальше понижение биополя не разовое, а вот на определенное время, но в виде какой-то депрессивной ситуации, затянувшейся даже ситуации, понимаешь? И вот здесь уже он синхронизировался с биополем окончательно, то есть это потери, это вывод ее на низковибрационные потоки, это вот... скажем так, провокации с его стороны для набора энергии. Хорошо, так, как мне повторить в дальнейшем? Понятно, что там нарушение, да, закона свободы воли он входил, но тем не менее, как в дальнейшем не повторить рекомендации тонкой копии?
Должно быть прежде всего крепкое эфирное тело, то есть сейчас нужно работать над этим. Нужно укреплять свои границы, потому что вход всех существ без исключения первично осуществляется через эфирное пространство, дальше они закрепляются. Вот, поскольку эмоциональная энергия, эмоциональная сама по сути как всплеск, производит к выбросу низковибрационного сгустка, и этот сгусток, разъедая астральное тело, входит в эфирное, пока еще будучи собственным. Эфирное тело также разъедается, после чего идет синхронизация с потоками низкого плана, обитающих в эфирном пространстве. То есть вот, я надеюсь, я достаточно, да, дословно это передала. Важно не только, конечно, укреплять эфирное тело, здесь следить за эмоционалкой своей. Просто тело, если эфирное крепкое, вот эта вот оболочка, и защитная оболочка, и ощущение своего тела, и ощущение своей защиты, как тыла за спиной некоего, это все будет препятствовать взлому. Хорошо, хорошо. Так, что-то еще есть на темных космических цивилизациях? И вот эта подключка, которую я вижу в рептилоиды, да, это относительно недавняя подключка. Вот она вошла в момент перехода. Пошла в момент перехода, у нее начала вот эти вот все признаки свечения, развития катонов, да, пошло. И привет. Быстренько ей он подошел и закрыл. И сейчас, да, так как там демоническая сущность, да, сидит, давай сделаем манифест свободной воли от ненужных тонкой копии контрактов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. С этого момента я нахожусь под установленной защитой своего намерения во всех мирах, междумирьях, реальностях, уровнях, плотностях, изменениях, воплощениях, временах и снах. Свободно провожу свои истинные энергии души на человеческий план в том объеме, который посчитаю нужным. Силой моего намерения это будет так, а так и есть. Идет реверс, идет выдавливание всей чужеродной энергии, чтобы ее вот эта магическая суть наконец обрела силу. И она, вот поддерживаемая ею, этой своей сверхсистемой, произвела импульс. Импульс мощный. И особый импульс пошел в сторону отката на магической частоте сейчас. Вот. А демоническая сущность, она обожжена сейчас, уменьшилась в размерах и, ну, все-таки получила ожог тех вибраций, которые сейчас образовались в биополе. Я увидела, как у нее некие как будто бы пластины к стопам были, ну вот, прижаты, да, и там, такими, не знаю, карабинами, что ли, пристегнуты к ногам. И вот когда мы проверяли демона, у нее расстегнулись вот эти карабины с ног. То есть упали эти накладки, понимаешь? Вот что хотела сказать. И сейчас открываем портал, его мир, на его частоту, на его уровень. При условии, что боли никак не интерферирует, портал его пропускает. Безболезненно, безвозвратно дорога назад забыта. Если он выведен в портал, я закрываю, опечатываю, ставлю пентаграмму. Есть пентаграмма, отлично. И далее с рептилоидом. Теперь также проверка. 1, 2, 3. Проверка, зелено-красная лампочка. Зеленая тоже. Есть, хорошо, портал на его частоте уровня открывается, входит в свой мир, безболезненно, безвозвратно, дорога назад забыта, прислушается, что боль никак интерферирует, портал его пропускает. Да, портал затягивает его, я опечатываю биополе. Есть, хорошо, очень хорошо. Портал растворяем. Будто бы цветками жизни начинает покрываться все, знаешь, раскручивается вот эта вот программа новая, и она начинает, ну вот клеточки заработали, и начали делиться, и она внутри вся заполняется вот этими цветками жизни.
приветствую вас и готова к общению с вами. Благодарю, что вы пришли. Да, приветствуем вас также. Ответите на вопросы, где Виктория подготовила. Да, я буду говорить. Это твое воплощение является решающим. Ты долго ждала момента для того, чтобы подойти в это измерение именно в тот период, когда будут изменяться вибрации. На смене вибраций, на смене полей. Для души очень благоприятное время трансформировать себя и выйти из замкнутого круга воплощений. И, Елена, поднимайся обратно в личный путь. Один, два, три.